Смотрите, допустим, яркий пример, берем 90-е годы, да? Когда здесь были пайетки, вот здесь огромные серьги, тут на голове какой-то сумасшедший, да, гиперначес. Все руки в украшениях, этого слишком много. Понимаете, если даже если мы выбираем платье, да, оно какое-то интересное, из интересной ткани, оно блестит в камере, в кадре, это красиво, безусловно. Но тогда нужно ограничить себя, да, там, декольте, да, не нужно гипер какие-то украшения, нужно сделать акцент на каких-то маленьких деталях, и это будет вполне достаточно. Когда все лучшее сразу, это точно не про нас, и если вы так делаете, то имейте в виду и помните о том, что это слишком можно. Я говорю об этом, что это too much. Вот, это перебор.